меня очень давно написано стихотворение на Новый год. И, по-моему, оно не потеряло актуальности на сегодня. Новый год в моей, так сказать, странице называется «Надежда». Новый год – это радость надежды, это новое счастье в пути и желание жить не как прежде, а по-новому в жизни идти. Это значит забыть все обиды, часто мелочны слишком они. Это значит по-новому видеть и прожить все грядущие дни. Ставь задачи реально высокие, средства их достижения ищи. Не сбивайся с крестовой дороги, хоть и трудно, живи, не ропщи. Пожелаю для всех в Новом годе, что задумано сделать сполна, не поддаться коварной невзгоде. Вот за это и выпьем. А вот еще, значит, ввиду того, что Геннадий Александрович уже презентовал нам свою книжку, сказал, что это вот к его юбилею, хотя он еще у него где-то там маячит. А вот я подумала, говорю, ну-ка я, может, что-то сделаю в этом роде. Но книжку не смогла пока по занятости, потом типография занята. Но, тем не менее, она уже есть, только ее немножко оформили. А вот стихотворение по поводу лет. Следующее. Мое кредо. Уж сколько раз клен сбрасывал листву, уж сколько раз мели метели. Люблю я жизнь и в дружбе с ней живу. Хочу достичь заветной цели. А в чем же цель земного бытия? Богатство, слава или награды, не это главное, скажу вам я, а главное – любовь. Я рада любить людей, любить природу, трудиться много с утра до зари, не глядя на усталость и погоду, то есть цель священна, что ни говори. И труд прожитых лет не давит, а будто помогает дольше жить, то жизненный багаж, что не слукавит, он вдохновляет человеком быть. По капельке, но чтоб струился родник энергии и доброты, и до последних дней светился мой путь огнем любви и красоты.